Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках рабочего визита во Францию встретился с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Боном. В ходе встречи был обсужден процесс развития двухсторонних отношений Армения-Франция, а также сотрудничество на двухсторонней и многосторонней платформах. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета глав МИД государств-членов ОДКБ, который состоится 21 июня в столице Казахстана – Алматы. Правительство Армении одобрило грантовые соглашения с ЕС в размере 18 миллионов евро на поддержку беженцев из Арцаха. Цель соглашений – финансировать краткосрочные и долгосрочные потребности беженцев из Арцаха, а также их долгосрочную социально-экономическую интеграцию. Задержан вандал, который 10 июня разбил камнем окно здания синагоги в Ереване. 35-летнему жителю Арташата предъявлено обвинение в разжигании религиозной и этнической вражды. Армения пока не получила от Азербайджана ответа на предложение за месяц обобщить и подписать мирный договор. И помимо того, что Баку пока не ответил, он выдвигает еще и новые требования, которые как минимум вызывают вопросы относительно искренности Азербайджана и стремления добиться мира в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. 20 июня весь мир отмечает Всемирный день беженцев. Напомним, что только за последние 34 года около миллиона армян стали беженцами из Азербайджана. Немецкий ученый, тюрколог Хильмар Кайзер, изучив турецкие османские архивные документы и оригинальные рукописи о геноциде армян, готовится опубликовать их в виде двух книг в преддверии 110-летия геноцида армян. По мнению автора, книги будут иметь взаимодополняющую логику, а их публикация разрушит последнюю линию защиты, отрицающей факт геноцида армян Турции, поскольку они основаны не только на армянских источниках, но и на турецких архивах. Их идентичность и непротиворечивость доказывают правдивость проведенных исследований. Спикером болгарского парламента избрана армянка Рая Назарян. За январь-апрель текущего года Армения экспортировала товаров на сумму 5 миллиардов 990 миллионов долларов, что в 2,8 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Однако экспорт в страны ЕАЭС за 4 месяца составил 898 миллионов долларов, снизившись на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Армения – лидер в производстве плодово-ягодной продукции среди стран-участниц ЕАЭС. Ее экспортируют на весь рынок Союза. Министр территориального управления инфраструктуры Гнел Санасян принял делегацию, возглавляемую специальным представителем Госдепа США по вопросам торговли и бизнеса Сарой Моргентау, в состав которой также входила посол США в Армении Кристина Куин. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с участием американских компаний в различных инфраструктурных проектах, в том числе дорожное строительство и привлечение американских инвестиций. Авиакомпания Air Cairo с 20 июня начала выполнение рейсов по направлению Каир-Ереван-Каир. Рейсы будут выполняться раз в неделю по четвергам. С 4 по 7 октября в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчана в сотрудничестве с Digitech пройдет Всемирный конгресс по инновациям и технологиям. Мероприятие будет включать дискуссии, B2B-встречи, демонстрации инноваций, бизнес-презентации, семинары с участием известных спикеров. Урцаланч – это маленькое и непримечательное село в глубине Армении. Чтобы подарить детям этого села радость и счастливое детство, фонд Мясника Израиляна открыл здесь детский дневной центр. Всего 12 детей проживает в маленьком селе Урцаланч Араратской области. До недавнего времени в своем родном селе этим детям негде было проводить досуг. Благотворительный фонд «Израилян» при поддержке благотворительной организации «Срочная помощь христианам Востока» и организации «Надежда» подарила этим детям возможность прожить счастливое и беззаботное детство. 13 июня здесь состоялось долгожданное открытие детского дневного центра, на котором присутствовали руководители благотворительных организаций,
заместитель главы Араратской общины, а также жители села Урцаланч и ближайших сел. Стоит отметить, что это далеко не первый проект благотворительного фонда израилян и его партнеров. 2 года назад аналогичные центры были открыты в селах Тигранашен и Лусашох. Мясник израилян подчеркивает, смысл этих проектов заключается в том, чтобы дети этих сел почувствовали, что они не одиноки, что их село не заброшено и что различного рода программы помогут детям не только любить свое село, но и остаться здесь, чтобы продолжить оживлять и развивать свой родной край. Для нас важно, чтобы дети из приграничных сел, из сел далеких от больших городов, могли развиваться. Поэтому мы пытаемся создать условия для этого. Для нас важно, чтобы жители села смогли найти себе занятия и интересы, развивались и развивали свой населенный пункт. Если дети смогут найти в своей родной деревне интересы, если будут условия для развития детей, они будут любить свою деревню и будут развивать ее. В центре дети смогут посещать уроки работостроения, иностранных языков, рукоделия и многое другое. Я думаю, невозможно переоценить важность подобных проектов. Их должно быть как можно больше. Открытие этого дневного центра для детей – это действительно большая радость для нас и огромный успех. Конечно, столица Армении, Ереван, быть может, занимает главенствующее место. Однако сердце страны – это именно ее деревни и села. В конце концов, страна не может существовать без своих деревень. Это как голова, которая существует без тела. Молодое поколение должно оставаться, жить и творить в своих родных селах. А для этого крайне важно развивать эти села. Развивать не только в экономическом плане, но и культурно. Процветание маленьких армянских сел и вместе с тем процветание культуры страны – это две главные вещи для нас. И этот проект, реализованный совместно с благотворительной организацией «Исраилян» и организацией «Надежда» – яркий пример развития маленьких, приграничных и отдаленных армянских деревень, что способствует процветанию культуры Армении. Очень хорошие проекты реализуются в нашей общине, в частности, в приграничных районах. Год назад по такой же инициативе был открыт развивающий центр для детей в Тигранашене. Все проекты имеют продолжительный характер. Я очень благодарен всем, кто причастен к реализации всех этих прекрасных программ, которые приносят огромную пользу нашим детям. В центре будут обучаться дети от 6 до 13 лет. Здесь их будут обучать гончарному делу, рукоделию, иностранным языкам, робототехнике и многому другому. Кроме того, детский центр смогут посещать дети не только села Урцаланч, но и соседних сел. Открытие подобных центров дает детям возможность на лучшее и светлое будущее. Сона Галдунц, Мария Григорян, Хайк Медиа, село Урцаланч, Араратская область, Республика Армения. МВД Армении закрыло места содержания задержанных СИЗО в Артике и Талине. Вскоре их упразднят еще в 8 городах. В целом, министерство планирует в рамках реформ и оптимизации сократить число подобных учреждений на 30%. В Армении будет принят закон об использовании самокатов. Управлять самоходными скутерами могут лица, достигшие 18-летнего возраста, или лица, достигшие 16-летнего возраста, имеющие право управления транспортным средством под категорией АМ. Еще 500 арцахцев могут воспользоваться программой краткосрочного обучения и приобретения трудового опыта. На это из госбюджета будет выделено 273 миллиона драм. Теперь в приложении Яндекс.Гоу в Армении при заказе такси можно помогать благотворительным организациям. В новом разделе «Помогаем вместе» пользователи могут выбрать, какой суммой хотят помогать – 10, 30, 50, 100 или 500 драм. Эта сумма будет добавляться к стоимости каждой поездки. В конце каждого месяца Яндекс.Гоу Армения удваивает сумму пожертвований за счет компании. Средства равными частями будут поступать в 4 благотворительные организации Армении – «Спеши к добру», «City of Smile», «Армянские матери» и «Вива». Дудук – это самый известный армянский музыкальный инструмент. И сегодня мы расскажем вам о том, как Арен Мукаилян из Еревана занимается изготовлением дудука.
Дудук является самым популярным музыкальным инструментом в Армении. Карен Мукайлян занимается изготовлением дудуков уже 23 года. В 2001 году он начал интересоваться этим уникальным инструментом и его звучанием. Со временем его увлечение переросло в мастерство, и он начал самостоятельно создавать дудуки. Карен изготавливает дудук исключительно из абрикосового дерева. Он подчеркивает, что именно из этого материала получается самый настоящий дудук, звук которого обладает особенной глубиной и теплотой. Мастер отмечает, что только из этого материала можно достигнуть чистоту звучания и особой тонкости инструмента. У Карена дома есть небольшая мастерская, оснащенная всем необходимым для создания дудуков. В мастерской находится станок и многочисленные инструменты для чистки и придания формы. Хотя Карен сам не играет на дудуке, он тщательно проверяет каждый инструмент на звук. Мастер тщательно выбирает подходящую древесину, затем аккуратно разрезает дерево и придает ему форму тела дудука. На последнем этапе Карен настраивает дудук. Этот деликатный процесс требует большого мастерства и опыта. До того, как изготовить инструмент, необходимо правильно подготовить основу. Деталь необходимо высушить. В течение этого времени дерево может испортиться, поэтому это очень важный процесс. После сушки изготовление инструмента занимает пару дней. Изготавливаю я инструменты по заказу. Иногда я получаю заказы и из-за границы, через социальные сети. Карен продает свои инструменты в основном в пределах Армении. Очень редко отправляет их за границу. Многие популярные музыканты и музыкальные группы используют дудук, изготовленный Кареном Мукаэляном. Так, группа «Лада Нива», которая выступала на Евровидении в 2024 году, использовала дудук Карена во время своего выступления. Карен продолжает свою работу с неизменной страстью и преданностью. Он верит, что каждый дудук, который он создает, помогает сохранить и передать богатое культурное наследие Армении. Для него нет ничего более важного, чем видеть, как его инструменты находят отклик в сердцах людей, принося им радость и вдохновение. Альвина Акопян, Эрнест Харутюнян, Гайк Медиа, город Ереван, Республика Армения. Делегация, возглавляемая заместителем председателя Национального собрания Армении Акопом Аршакяном, приняла участие в презентации армянских книг в Китае. Она состоялась в рамках 30-й Пекинской международной книжной ярмарки, на которой было представлено более 220 тысяч книг на китайском и иностранных языках. Филармонический оркестр 22 июня в концертном зале имени Хачатуряна исполнит саундтреки к известным фильмам. На концерте прозвучат мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Звездные войны», «Пираты Карибского моря», «Властелин колец», «Дюна», «Голодные игры» и «Игра престолов».